Всем привет! Вы на канале Video Game World, с вами Нейт, и мы продолжаем мультиплеерный летсплей по Майнкрафту. Также с вами Айрон, привет всем! Да. В предыдущей серии, в первой, мы нашли деревню, начали там все обустраивать. Я пошел в пещеру, а Айрон там... А я продолжаю обустраивать. ...деревни занимается. Так, я, короче, дальше продолжаю, а ты там делай. Ах ты, крипер! Я же говорю, когда ты вернешься, ты увидишь новую совершенную деревню. Короче, знаешь, что я сделаю? Я просто все разрушу и убегу. Блин. Умер, что ли? Нет. Меня не так просто. Так тебя что, зажали, что ли? Так, мы продолжаем. Я отбился от них. А, погоди. Так, я выбежал из пещеры, меня там чуть спинали вообще. Ну, я, в принципе, практически достроил. Сейчас я побегу за деревом и в дальнейшем... Заборчик. Так, вот мне нужен... Мне нужна лопата. Делаю деревянную лопату, потому что я хочу сейчас песка накопать, сделать... Застеклить у себя такой фоник. Но самое главное, надо нарубить побольше дерева и сделать сначала заборы, чтобы ни одна дрянь сюда не пролезла. Потому что это ужасно. Побольше. Пойдем вместе рубить, потому что нам нужно очень много дерева. Ну, я пока собираю уголь. Я тоже важным делом занимаюсь. Ты где его собираешь? Ой, тут там в какую-то сторону от деревни, там идешь, там пещера с лавой там. Я нашел НЛО. Почему? Я нашел в парящем воздухе два блока земли соединенных. О, это фигня. Это я в той стороне, кстати. То есть ты не в нашей пещере? Ну ладно, удачи. Нет, у нас тут пляжик есть. Песка здесь накопаем. Вот скотина. Чё? Ты крипер взорвался. Расфигачил мне тут все. Мне-то ничего, а вот, блин, ландшафту. Блин, какая тут дырка вниз вообще. Я уж боюсь туда спускаться. Так, ну, 28 это мало, надо хотя бы стак, потому что там еще плиты надо будет сделать. Ну, стекло нам пригодится, что говорить. Так. Майнкрафт крутая штука, не доест, наверное, еще очень много лет. Тем более вот в обнове 1.5.2 собираются ее теперь делать не на Java. Просто я не представляю, если будет не на Java, то... Возможно, она будет лагать. Да, ага, на Java как раз лагает. Потому что... Ну, Java это такая хренотень. Что-то, когда у тебя телефон был старый на Java, ты так не говори. Потому что Java хренотень, я это и так знал. Я это и так говорил. Разве она хренотень? Она под операционную систему Windows вообще не заточена, понимаешь? Никогда не сравнивай мобилу и операционную систему Windows. Так Java это тоже операционная система, язык программирования. Ну да, но не операционная система, Windows. Под Windows она не оптимизирована, то есть она оптимизирована, да. Но, блин, это такая корявость. Поэтому я понимаю разрабов, видать им не одна жалоба писалась на том, что на Java сделано. И хорошо, что они. Наверное, в 3D будет. А сейчас не 3D, да? Не, ну ты понял меня. А я просто не знаю, на каком движке ее будут делать тогда. Я тоже не знаю. Интересно. Жалко, что они пока это не пишут. Кремень выпал. Так. Главное, побыстрее неси уголь. Вот и фейл. Так что вылазь назад. Нет, ну вдруг найду. Буду знать. Тем более, железа есть много. Опять ночи. Ничего не успеваешь.
Die, motherfucker! Все-таки упорото проход получился. Все-таки. Так. 14 стекла готово. Кстати, у меня сейчас стандартные текстурки, а у тебя? У меня там... Как ты тратишь на убьюти, что ли? А то у меня с R3D у меня логотип начинает. Свалился в дырку там, где лава много. Ну. И нифига тут нету. Чисто обсидиан. Пока двери делать не буду. Потом в дальнейшем здесь будут железные двери. Такой стеклянный такой вход, такие железные двери. Думаю, будет круто. Пока снова надо рубить камень. Почему не хватает? Ой, я забыла, как плиты делать? Стеклянные. Ой, не стеклянные плиты, а стеклянные такие. Стеклянные стекляшки, да? Стеклянные стекляшки, да. Надо два ряда горизонтально стекло 6 штук. И там, по-моему, 16, что ли, появляется на них. Это выгодно. Так. А я железо подкоплю, и потом будут такие две железные, двойная железная дверь стоять. Эй, зачем мне два верстака, вот, скажи мне. Я не знаю. Откуда здесь взялся второй верстак? Я откуда знаю. Да я просто думал, мало ли мог ты. Это, наверное, херабрин все. Херабрин? Ну ладно. Если ты такие вещи задаешь таким названием. Нет, ну что, ты не знаешь, кто это? Конечно, нет. Нет, не знаю. Это херабрин. Бедные жители, а, ну вот. Мне их жалко. Изверг ты, изверг. Сапер, нету что? Да. Понял. Продолжаем, я тут закопался. Вот, так вот. Верстак будет у меня теперь стоять в кузне. Ну, один верстак в кузне, один дома. Мало ли что, с просони проснусь, идейка будет такая, как у Менделеева, знаешь. И резко что-нибудь построить захочется с утра. Может, подуна проснусь, да? Ну да, сделаю себе выпивку на верстаке. Оригинально, да? И еду на верстаке делать, все на верстаке. Вот жалко, мечта что... учителей технологии. Жалко, что я, когда у нас была технология, мы не реализовывали. Прикинь, сейчас дети, которые учатся еще, ну, в школе, у них технология еще идет. Они могут реализовать себя, как в Майнкрафте в жизни. Они могут на верстаке делать там еду, я не знаю. С собой из дома там взять какой-нибудь, не знаю, хавчик. Туда пускай колбасу, да, хлеб. И кетчуп. И можно делать еду на верстаке. И они будут представлять, что они играют в Майнкрафт. Это немного упорно, знаешь. А кто в школе не упарывается, скажи мне? Я помню, что мы делали. Это лучше не вспоминать вообще. Да.
достали эти звуки, блин, вот. А, опять ночь. Все, завтра первым делом пойду искать овец. Нужно 6 этих шерсти их. Уйди. А как там? Все там разобрался? Да, все. Как там из нити делать шерсть? А там надо целый бубок из нити сделать. А, 9, все 9 забиты. И тут только одна шерсть будет. Получается. Я помню, когда первый раз играл, я только так и делал, потому что я не мог найти овец. Ночи ждал, да, шел. Не, просто копил, не ждал ночи. Ну ты еще в бету начинал играть. Да. Когда там еще этого не было, ни индикатора уровня, там ничего. Не, вот уровень, по-моему, был. А, то есть ты не так поздно, точнее не так рано. А то я у некоторых видел. Там вообще ни уровня не было. Что там еще? Еда там была, только свинина одна вроде бы. И суп. Вообще. Майнкрафт не был таким разнообразным. Но все-таки было круто. Разнообразным. Да, да. Уже рассвет. Я в рассвет ушел, в рассвет вернулся. Кровавый рассвет. Упал. Было бы смешно, если бы ты упал. Прошел через такие боли и страдания, да? И умер от того, что упал в яму. Вот это фейл. Фейл. Пора рубить. И такие зомби, слышь, такие на рассвете стоят, знаешь, как красиво смотрится. Такие на рассвет смотрят. Эй, нет! Насмотрелся на рассвет. Вот тварь. Он опять сломал. То есть не мое уже, он сломал грядку. Что за уроды, а? Тут какие-то вижу криперов. Все, это надоело. Все, делай топор, пошли рубить. Иначе наш дом превратится в гребаный ничего. А у тебя палки есть? В ящике посмотри. Так. Бери. Сы. Приду, проверю. Видишь, как я сделал? Видел. Одна палка у тебя. Ну забери. Что там забрал? 4 дерева. Тут доски, что ли? Забери их все. А я 4 взял, чтобы 8 палок. Ну хорошо, потому что я себе еще что-то тогда сделаю. Топор. Деревянная фигня. Два топора. Ага, два топора. Нужны сами доски. Вот, блин. Ладно, с собой верстак-то возьму. Чтоб там сделать топор. Все, я пошел тогда. Присоединяйся ко мне потом. А не пошел. Сейчас я тут заделаю землей. Где этот урод взорвал. Так, все, я погнал. Давай. Ой, что-то лагануло-то. Нехорошо. Скотина, сейчас сдохнешь. А что ты обрадовался? То я слышал, ты уи. А это я просто бегать бежал. Навстречу солнцу. Я же не кричал My Little Pony. Я, кстати, все этот мультик валят, я не видел ни разу пока что. Ты не смотрел My Little Pony? Нет. Не дай бог. Хованский аж с умилением об этом говорит. Думаю посмотреть. Нашел кому верить. Ага. Свинюшки. Хорошие свинюшки. Мертвые свинюшки. Слышь, свинюшки, давайте поиграем в хорошего и плохого полицейского, да? Эти со своими фантазиями. Не, ну а чё? Подошёл по щам свинье, да? Это плохой полицейский. Потому что в мафию, я не знаю. Ты в мафию играл?
Ну, не знаю, виртуально там в реальном, брал когда-нибудь. Хорошая штука, поиграй. Город просыпается. Да? Вот это? Там круче все за проститутку играть. И реально, там можно, по-моему. Я точно не помню, вот если ты за нее играешь, там не убивать, а ей что-то. Ну я забыл, короче, она если. А, да! У тебя права голоса нету на один ход, если она выбрала тебя на ночь. Я вообще ничего в этом не понимаю. А есть там еще, короче, там есть мафия. Мафия на каждую ночь, когда город засыпает. Ведущий город засыпает, да? И мафия убивает людей по выбору. К примеру, там две мафии. А есть еще один такой чувак или чувиха. Ложная мафия. Она типа как мирный житель, но она просыпается, когда там город просыпается, мафия говорит ведущий. Ночка, да? И она просыпается вместе с мафией. И то есть она смотрит, кто мафия, и когда уже город просыпается, и люди собираются, мирные жители там все, начинают обсуждать. Обсуждать. Она начинает, да, она не то чтобы. Она не говорит прямо. Она начинает. А вот он как-то себе так подозрительно ведет или еще что-то, короче, вот так. Таким макаром, чтобы избавиться от мафии. Ее цель избавиться от мафии и самой остаться только в живых. Вот это вот самое. Мне, кстати, вот подобное заложило. Такая мафия играл. Скажите, сколько там дерева нарубил? Волки! А, волки. Теперь надо кости. Че, волк хочешь волка. Давай я... Эй! У меня иногда почему-то странно, как камера дергается так, как будто, знаешь, взрыв как какой-то я. Волков. Не, заведи себе только одного, не надо тут целую стаю в дом. А я хочу, чтобы они дрались за меня. Ты же понимаешь, что это ненормально. Они должны драться за своего господина. За черного господина, да? Черный властелин. Эх ты, сколько свиней, ё-моё. Всё. Сейчас я это чувствую, у меня тоже будет 20 левел. А куда ты нам его девать? Всех убью, один останусь. Проблема вся в этом? Блин, нам прям вообще с мясом повезло. Одни свиньи, ни одной овцы. Вот все, сегодня рубим дерево, а завтра, ну я имею в виду, по игровому времени, а завтра пойдем искать овцы. Поэтому сейчас надо прям выложиться, чтобы нормальное дерево так найти. Тоже слышу, свиней рубишь, да? Я все равно далеко от дома, могу и всех вырезать. Я тоже. 25-й левел. Я нашел очень красивую гору, кстати, в зимнем биоме. Угу. Я тоже. Она немного на дом похожа, да? Значит, и недалеко. Я овец нашел, слышь! Все, три овцы. Только, блин, надо было нам сделать ножницы. Руби. Погоди, у меня есть верстак с собой. Как ножницы делать? Два железа. А, значит, все, облом. Ладно. Все, я герой. Я мастер. Штаны здоровые. Штаны-то как раз таки не здоровые. Вот будешь так шутить, вот убью три овцы и все. Сам потом искать будешь. Шутник. Я уже второй стак мяса пошел. Не, у меня пока половина первого. Потому что я в деревне всех свиней. А у меня без 10-3. Ух ты, блин, красиво здесь, однако. Если ты понял. Что? Ведь ты говоришь, у меня половина первая, у меня без 10-3. Ой, остряк. И, кстати, я только две овцы, а вот третья прям на меня смотрит. Надеюсь, у тебя будет шерсть. Санек, я постараюсь, конечно. Но... Тут только одна овца, а четвертая. Я не знаю, что тебе делать. Сруби.
Что я срублю, тогда тебе шерсть дам, а там уж сам по ниткам можешь найдет, нитки будешь собирать. Сейчас не проблема, что-что, а нитки собрать. По-бомжавски, что ли, да? А? По-бомжавски. Ну да, познаешь истинную жизнь. Ну что, короче. Такую жизнь познавать. Для тебя есть одна шерсть. Овец здесь больше нет. Нам прям не повезло с овцами, конечно. Заходим. О, я нашел каньон. Заходим ковер сделать, блин. Блин, они просто прикинь, я всех убила этих свиней. Они опять здесь заспаунились, прям сразу. Я никогда такого не видел, что-то не так быстро. Че, обнова что ли какая-то? Почему они все время здесь так появляются? Помнишь, вот мы играли на серваке, там не было такого монстра постоянно. Если ты их убил, монстров там, монстров нет, монстров все время появляются. Если ты мобов убил, зарезал. Помнишь, сколько их не было? Сейчас? Мы, блин, на другой материк плавали, чтобы еды достать. Да, а сейчас, и даже, кстати, в том же мире, в котором мы сейчас, помнишь, играли не так давно? Там начали появляться постоянно мобы. О, радуйся, походу я еще овец нашел. Да. Все, ты счастливчик. Они, если руками их убить, они у меня каменный меч есть еще нормально. Так что все будет теперь у нас в кровати. Не ахти, конечно, на спальной, но все же. А мы что, с кем-то спать собираемся, что ли? Нет, просто одна спальная как-то мало места все-таки. Че? Ладно, 6 достаточно всех. Я не люблю овец рубить вообще, потому что толк от их рублей нет. Сейчас надо дом искать. Приду домой. И потом, не знаю, наверное, пойду еще дальше рубить дерево. Ой, еще свиньи. Убить! Целый стад свиньи. Я, наверное, пойду в джунгли, там, если дерево срубаешь, то так сразу прям порядком. Дерево будет. Нам все равно для заборов нужно. Сколько тебе дерева сейчас на данный момент? 33. А у меня 28. Зато свиньи на сколько? Я бы ход дела тоже каньон нашел. Ты в джунглях, рядом с джунглями нашел? Нет. А я рядом с джунглями. Блин, жалко, здесь нельзя точки писать. Нет модов. Что мод полезный достаточно. Блин, и карты нету. Что делать карту, нужен компас. Непруха. Блин, везде одни свиньи. Это что такое? Я, конечно, понимаю, что на это жаловаться... глупо, но... Прям вообще такого никогда не было. Тут стадо Чикен Макнаггетс. Макдональдс открывай. Будешь людей травить. Зато буду вам неплохие бабки зашибать. Ага, ну конечно. С Макдональдс бабок, блин, идет. Все люди едят Макдональдс. Например, вот пошел в кинотеатр, куда идешь в первую очередь? Макдональдс там дешевле. Ну все, у меня ровно стак свиней. У меня скоро меч сломается этих свиней бить. Хватит. Даже больше стак. Все, у меня меч уже меньше половины. Наверное, больше не буду трогать свиней. Потому что у меня больше меча нет. Ресурсов надо копать. А уже ночь. Надо домой бежать. Еще надо дом найти, блин. Мне еще далековато. У меня, короче, этот... Сейчас я поем. Ой, залагалка. О, кстати, у меня тоже сейчас пролагнуло почему-то. Джава, блин. Вот реально, чему тут лагать? Это ж Майнкрафт. Покруче Крузиса. Ага. Эй. Меня, короче, так залагало, что меня просто в сторону куда-то назад тянуло сейчас. Блин, оригинально. Топором. Блин, столько свиней вообще. Это хорошо. Молодец просто. Сейчас тогда дом добегу и будем уже заканчивать эту серию, я думаю. Да не. Сколько времени? Прошло? А я не знаю, потом посмотрю. Это, сделай еще одну такую же яму, как рядом с курицами. Для свиней. Ой, не, у меня нет лопаты, делай сам. Так мне далеко. Блин, ты что такое? У меня, короче, постоянно какие-то подергивания. Ой, нет, ради бога, отстань. Уйди.
Дайте до дома дойти, а. Ну, отстаньте. Отстаньте от меня. Константин. Вот тут расщелины, блин, долбанная деревня. Тут, конечно, все да, так запущено. О. Ну и все, я, можно сказать, нашел. Я горный биом нашел в зимнем. Ну, горы в зимнем биом. Молодец. Рядом с джунглем. Блин, вот вернуться бы мне домой. О, овцы. Молодец. Я, короче, умер. По собственной глупости. Ну, можно сказать, я умер. Пока что можно сказать, мне нет. Блин, где дом? Я в джунглях. Точно не смогу тебя сориентировать. Скелет! Все. Рядом с моим домом скелет, я труп. А тут еще и крипер сейчас взорвется. You must die. Я должен умереть, да, Сами. Тут повсюду мобы, они окружили меня. К тебе в дом долбится зомби, на меня идет крипер, а с моей стороны скелет. Ты прикинь? Сделай подкоп. Как выжить? Подкоп за мной могут пойти. А ты быстро так закопай. Сейчас я подлечусь немножко. Хорошо, что у меня еда была. Валим, 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 скелет ушел, валим, валим. Все, я дома, слава богу. Живой. Тут дофига овец, горы. И где дом, блин? Ура! Я живой. Все, кровать есть. Фух, слава тебе, Господи. Сплошные. Как мне через них пройти? Где дом? Ай, кроватка моя, все, все есть. Ты все равно не поспишь, пока я домой не приду. Ну, по крайней мере, уже есть интерьер какой-никакой. Покажи мне, и у меня Санек, спадал. Включи координаты и скажи их мне. Какая дырка. Так все. Погоди. Остаешься, да? Да ты чё, я не дойду. А, X это 63, Y 67, Z 308. Y, X 63? Да, у Y... Нет, сейчас, погоди, я сейчас призайду, а то мне что-то залагал немного. Не могу ничего делать, там ни ящик открыть, ничего. Верстаком воспользоваться. Ой, у меня тоже залагало, я конец мира нашел. Значит, не заходит. У меня тоже. Подожди. Так, продолжаем. У меня тут вообще полный капец. Режим. Спасайся бегством. Так а я что делаю? Не знаю. Я лежу и жду тебя. Кого когда ты лежишь в свою кровать, дашь мне поспать. Давай без намёка. Я ни на что не намекаю. Я тебе не... Не надо меня к своим дружкам приписывать. Блин. У меня 330 по иксу. Так. Ух, тебе далеко, значит, потому что у меня по иксу... 67. 62. 62? Y 67. А у меня по иксу у меня минус 276. Ууу, что-то ты прям далеко забрел куда-то вообще. Я сейчас через джунгли иду вообще. Как так можно? Вот опять начали лаги, короче, не могу теперь в печку залезть. А зачем тебе в печку лезть? Ну, ты понял, зачем. Я не могу печку активировать. Что такое?
нас, видимо, в нашем доме завелся домовой по имени Айрон. Айрон? Это я, Айрон. Ну, я и говорю, домовой. Хочет в печку залезть. В нашем доме. В нашем, то есть сам с собой, что ли, говоришь? Ну, ты же тоже живешь там. Я вообще, если ты говоришь, что я домовой, как тем более, я с подписчиками разговариваю. Блин, ну, если дом общий, то... Домовой ну, тоже черт... общий, да? Не-не-не. Да к чертям я все это делаю! Блин, чуть не упал. Оцелот. Сдохни! Блин, ты как этот... Ты как знаешь, если помнишь, когда мы проходили Детайна, там такой был чувачок, по-моему, толстяк. Не толстяк, вот этот, который, знаешь, танцевал, так как Майкл Джексон. Такой звук издал. И ты так же. Ну и соцелот. Ну, приручить ты его все равно не сможешь, так что. Я думаю, все, кто любит котеек, меня поймут. Ты его в живых оставил? Конечно. Молодец. Респектуха. Единственное, что скальп с него снял. Шучу. Что за джунгли такие? Джунглянские. Ну, как бы... я думаю, нормально. По Х-у 62? Да, по Y-ку 67. А по Z-у? По Z-у 300, сейчас гляну, по Z-у 300, ну, именно у меня, где я с печкой писаю, 311. Не минус? Нет, не минус. Так, значит, бежим теперь в ту сторону. У меня все в плюс, минуса не идет. Блин, как я мог так далеко убежать? Не знаю. Просто ходил, убил свиней. Добился. Я хожу кругами, блин. Я уж тут был. Старайся идти на те координаты, которые я сказал. Ты должен прийти к выходу, я думаю. Ладно, сейчас из всего дерева делаю заборы. Точнее, не из всего дерева, сейчас сначала надо посмотреть, где что можно подредактировать. Вместо земли там дерево поставить. К примеру, здесь. Блин. Факел дорогой. Ай! Пара-пара. Снайпер, блин. Пара-пара. Поп. 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 Пара-пара. Поп. Поп. Ай, слайм слышал. Пау-пау-пау. Сколько там по Z-у у тебя? Ой, господи. По Z-у у меня 330. У тебя в комнате 330. Если я вот стою, у тебя в комнате сейчас. В джунглях? Нет. Тут болото. Вот, где-то там, в тех краях, по-моему. Да вон, прикинь, прям рядом с той пещерой, где я лазил, был в двух блоках. Ну не в двух, в десяти. Ну прикинь, и... какой фейл. В плане чего фейл? То, что я его так не нашел. Только сейчас туда не лезь. Ты чё? Ай... Милый дом, блин, долбанные скелеты. Ой, тихо. У нас скелет на колодце стоит, снайпер. Я знаю, снайпер еще тот. Я его избежал.
Ладно. Ты его избивал? Избежал. Ты кто-то в дверь ломился. Шпанюк какой-то. Эй! Санёк, бей, у меня меча нет. Я тоже руками бью. И чё? Нету, я весь потратил на реставрацию. Блин, а то мне бы еще печки сделать. Что сделать? Печки. До двух достаточно будет, что ты тут, мажор. Дай мне эту шерсть. Одну штучку. Там, пам, там, там, пам, пам. Сейчас дам, блядь. Ты как хитрый какой, а? Жук. Как это Кирилл говорит? Шнюк, да? Шнюк. А, еще он любит говорить шнюха. Коляна, что ли? А тут ты говорил, что он это... Любит... Я забыл, что он там любит на кого-то говорить, я забыл. Ты что-то там рассказывал. Ну, ровно сет брони. Теперь осталось идти заново искать железо, на что вот двойную дверь поставить. Пам-пам. Пшаночку забираем. Пшаночку. Так, теперь мечи делаем. Ты каменный или железный? Железный. У тебя много железа? Уже 8 штук. Я пока с камнем похожу. Главное, чтобы сет был, потому что сет надежнее. Ну, сет точнее важнее, я думаю. Так, я пока себе только ботинки сделал. А хотя у меня чест-плейт есть. Так. Еще жраку надо. Блин, ведро бы... Деревянное ведро нельзя делать? Это как так? Деревянное ведро вообще. Не, просто мне трудно это представить. Это возможно представить. Ну, сам представь, чё? Почему нельзя сделать деревянное ведро? Из железа можно, главное, а из дерева нет, да? Бе-бе-бе-бе-бе. Надо быть объективным. Для пшеницы больше, чем урожаю. Куда ее девать? Так, ты там у нас спец по забору? Нет. Чё тебе надо? Чё ты хочешь? Ну, у меня стак забора есть. Ну да, дай мне, я сам поставлю. Ты мне главное сделай, пожалуйста, хотя бы деревянную эту. Чем пахать? Мотыгу. А я всё потратил. На, забирай. Дай мне один железный слиток, пожалуйста. У меня не осталось, я же на сет потратил. То у меня одного не хватило до шапки. У меня нет. Да, нет.
Мясцо. Так. Все, я пока пошел в каньон. Ты пока тут хозяйничай. Почему пока? Я не, ну сказать... потом я приду, помогу. Постарайся начать помочь, потому что тут очень много надо делать всего, реставрировать и делать. Все-таки, блин, еще нужно ведро железное. Ну, у меня там есть три железа как раз. А, ну хорошо, я сделаю ведро, потому что ведро обязательно нужно. Блин, 61 пшеница. Хлеба много сейчас будет. Зелье все равно нам не скоро грозят. В баню, гад. Ненавижу скелетов. Вот и все. Выпендривался. Ты? Нет, он. Я не выпендриваюсь. Я защищаю родину. Назад домой возвращаешься. Слышь, Санек, сумеешь прийти к каньону, скинуть мне там дерево немножко? Если я его найду. Там, где ты НЛО видел, иди дальше в ту сторону, увидишь пещеру слабую, а еще дальше увидишь на холме дерево. Вон там этот каньон. Хорошо. Я ведро сейчас сделаю. Я сейчас вот ведром займусь, сделаю то, что нужно мне, для чего ведро. Заодно я тебе принесу там дерево и ведро. Сейчас попробую. Только набери в него воду туда, то мне негде набирать. Хорошо. Сандре! Блин, тут, конечно, блин. Да уж столько нюансов в этом. В этой деревне, если так можно сказать. Деревня. Нам ее реставрировать и реставрировать. Деревню реставрировали, реставрировали и не выстреливали, вот так. Отреставрируем. Главное, чтобы мне помощь нужна была. Один я не справлюсь. Справлюсь, но это займет не одну серию. Работай. Я пока тоже важным делом занят. Ой, конечно. Собираю золото. Выбиваешь все карманы. Железо собираю. Там ляпнул. Я не ляпнул, я сказал. Констатирую факт. Не констатирую, а констатирую. Констатирую. Ты... я сказал как надо, констатирую. Не констатирую.
Не от слова уж Константин, блин. Это а констатирую. Этим ты хочешь подсказать свои интеллектуальные возможности. Ну хорошо. Я заберу твою пшеницу. Две штуки? Ага. Забирай. Ради бога. Да, ради бога. От этого. Это кошмара. Ты чё там, собираешься ко мне приходить? Я отсюда не вылезу. Ноуп. Я тогда к тебе тоже на помощь не приду потом. Ой, ой. Так, дорогие зрители, вам нифига не видно, я вижу. Что? Так, у меня тут нифига не видно, так же, как и вам, и ничего я с этим поделать не могу. Эй! Знаешь, как если смотрел Containment Bridge, этот SCP, там моргаешь, ну как Fibrillation, типа того. Я сейчас моргнул так и резко переместился на несколько квадратов. Все, я сейчас делаю ведром. И иду к тебе. Ой, я нашел спавн. Спавн? Да, спавн. Спавн? Что там в этом спавне? Пока не знаю, не открывал. Там зомби. Не открывается. Слышь, как будто подарок открывается. Не открывал, вообще не знаю. Четвердаки подарили. Не открыл, вообще не знаю. Итак. Да ломайся, блин, полностью. Книжка. Бесконечность, блин, все. Еще две книжки. Прочность и гибель насекомых. Гибель насекомых? Да. Ну все, собрал это ведро. Все, у меня будет офигительный лук. На что? На бесконечность. И еще, что там, прочность, да? Там у меня прочность, отдача. А отдача для чего? Откидываешь. Квадратное сердце, квадратная луна. То есть ты поставишь на прочность, бесконечность и отдачу. Да. Будет тебе калаш. Это где у тебя? Прям вот цветочки такие желтые, да? И я лава такая знаю, течет. Что-то. Да, а дальше есть склоны, там дерево видно такое. Там сейчас лаву скинут. Еще спавн. Или нет? Ты где ты есть, блин? Тебе надо было ко мне выйти. Стой там, я сейчас приду. Через снежный биом? Ой, я выход нашел, все. Да, давай, вылазь. Иди к тому, кто и лавит. Потому что я здесь не ориентируюсь вообще еще. У меня монстр нападает. А, да, вот, я здесь. Подходи ты лава? К тому. Опа. Слышал крипера? Да. Ты на улице? Иди на звук. Нет, я внутри каньона. А, вот, вижу. Поднимайся. Я не поднимусь, скинь мне что-нибудь. Я вижу твой ник. Как ты не поднимешься? И... Мне и рубить ничем не хватит. То есть ты рубить ничем не можешь? Из ловушки, что ли? Нет, могу, но... Блин, это долго. Лучше и ведро где? Мне скинь. А, вижу тебя. Все, иди сюда. Ведро и дерево. Давай. Ага. Спасибо. Все взял? Да, все. Так, все, я обратно. Подожди. Хочешь тоже ко мне? Нет, подожди. Пошли ко мне. Подожди. Поставил? Ты что хотел? Ну что ж, я вот сейчас спустился обратно вниз, где были криперы. Давайте на этом уж завершим эту серию, то она и так длинная. В следующей серии ко мне придет Айрон, будем вместе бегать. Продолжим дальше изучать эти пещеры. Надеюсь, вам нравится. Если нравится, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Вы были на канале Video Game World. С вами был Нейт и Айрон. Всего хорошего. Пока.